Эминем побил свой рекорд по скорости чтения рэпа. Самый популярный белокожий рэпер установил новый мировой рекорд, побив свой же показатель. Американский рэпер Эминем вместе с певицей Ники Минаж записал куплет для ее трека «Мэджести». В нем певец побил собственный рекорд скорости читки. Об этом сообщает портал Genius. Журналисты посчитали количество слогов в записанном отрывке. Он насчитывает 123 слога, который рэпер успел исполнить за 12 секунд. Это означает, что скорость читки – 10-3 слога в секунду. Ранее Ники Минаж заявила, что встречается с Эминемом. На YouTube-канале Music был опубликован трек с замедлением в 1.5 раза. На 4 минуте 13 секунд можно услышать, насколько сильно отличается темп читки рэпера от остального трека. Предыдущий рекорд Эминем поставил в треке Rap God, где скорость читки составила 9-6 слогов в секунду. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса. С момента публикации в 2013 году клип к треку собрал 738 миллионов просмотров. Выстрелы на концерте Эминема спровоцировали панику. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта news.gr.com.